Любишь неправильно парковаться – люби и штрафики платить. Игнорирование правил дорожного движения, обозначаемых дорожными знаками или разметкой, которые запрещают стоянку или остановку, приводит к неизбежному наказанию – эвакуации автомобиля на специализированную стоянку. Водитель должен обратиться будет в Раменского ГИБДД по адресу город Раменского, улица Михалевича, дом 131, дежурную часть. Там ему будет выдано разрешение о выдаче со стоянки и автомашины. И выписано будет постановление о нарушении. Вот. После чего он может поехать забрать свой автомобиль. Одним словом, побегать за машиной придется. Штрафстоянка расположена в городе Жуковском на улице Наркомвода, дом 1В. За данное правонарушение водителю автомобиля предстоит еще оплатить штраф в размере 1500 рублей, а также приличную сумму за эвакуацию на спецстоянку. Как показывает практика, подобных ошибок водители больше не повторяют. Ежедневно в Раменском эвакуируется от 10 до 15 автомобилей-нарушителей. Самым проблемным участком является круг по одностороннему движению – вокзальная Нагина-6. Подобные рейды проводятся в будние дни. Проходит по несколько раз. То есть эвакуатор ездит от 3 до 5 раз на дню. В зависимости от затруднений ПДД на дорогах, ДТП, если экипажей много, то они приезжают по звонку. Соблюдайте ПДД, не забывайте смотреть на дорожные знаки и разметку, и тогда ваш верный конь будет с улыбкой встречать вас там, где вы его оставили. Марина Миткевич, Сергей Григорьев для программы «Городские вести».